Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 10 марта, на улице очень тепло, хорошо, хотя погода и пасмурная, но хорошая, очень даже хорошая. Вот я решила посеять укропчик. Вот у меня такая небольшая вишенка, хорошая вишенка, молоденькая. В этом году, между прочим, должна уже зацвести. Она сидит 2 года. Обычно это низкорослые вишни, они зацветают на 3-й год. Вот у меня смесь укропов. Здесь у меня кибрай, грибовский и какие-то еще другие семена. Я их не запомню, сеем густенько. Ничего страшного, один будет выдергиваться, а другой будет поменьше расти. Присыпаем земелькой. Да, что я еще не сказала, донышко в рядочке я обязательно уплотняю, чтобы семечки не проваливались глубоко. И будут, земелька постоянно будет сыренькая, и они будут хорошо всходить. Накрывать я его ничем не буду. Это не обязательно. Будет тепленько. Он взойдет, как и всходит самосел. Очень тепло, тепло, хорошо. Вот и посадили, дорогие мои друзья. Я очень рада, что вы заходите ко мне на канал и смотрите меня. Я буду всегда рада. Заходите, будем ждать. На следующей неделе будем сеять редисочку и лучок. Ну все, до свидания.